А что если смертельный астрал? Мы придумали нереальную комбинацию. За астралишин умирает. Нет. А вот. Поехали. Я, если честно, так... Мы повторяли это снова и снова. Да-да-да, есть. Вместе с крипом просто. Ну, мы, как обычно, были обвинены в МХ. Варды придумали в 1992-м. Люди до 1992-го, да? МХ! Опа, Тини. Застралил, даю. Бах. Фулл ХП просто у чела. Просто фулл ХП улетает. Да что вы знаете о кибербуллинге? Давай. Андрей. Андрей, застрай. Ладно, найс тайминг. Ясно. Это на вставочку. Это на вставочку. Ну. Все это сегодня в выпуске «А что если?». Всем привет, дорогие друзья, с вами Аксенанс, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если смертельный астрал? Из этого астрала никто не сможет выйти. По крайней мере, могут выйти, но через Аль-Кю-Кю. Дорогие друзья, у нас сегодня супер спешл, крутое видео, интересно. И, конечно же, мне сегодня в эту реализацию будут помогать два человека. Ну, три, окей, три. Два человека основных, которые со мной в осе, это Антонио. Добрый вечер. И, конечно же, наш дорогой друг Абдушка. Здорово, мужики. Вот, и, короче, сегодня что мы делаем? Сегодня мы пикаем Инвокера. Пикаем Эридара и пикаем Бладсикера. Ну, еще тут есть у нас Микки, наш дорогой товарищ, друг Вурдалак Корм. Вот, и он нам попробует запулить Аганим по фастичу, но это уже такая второстепенка. Почему? Потому что не планировалось. Ну да ладно. Короче, пацаны, система такая. Можно проапать астрал очень жестко на Эридаре, увеличить тем самым дэмэдж. Также закинуть на Инвокера парочку лап. И я, конечно же, даю санстрайк. И там наносится огромное количество урона. Спонсор этого ролика, спонсор я сам самого себя. Короче, пацаны, у нас все. О, щит, стоп, стоп. Камера, мотор, стоп. Ребятки, перед началом этого видоса обязательно поставьте лайк. Сходите к парикмахеру, как я. Как я не сходил еще, но надо сходить. Вот, и короче, подписывайтесь на YouTube канал. Не забывайте смотреть видосы другие на канале. Буду очень рад, если будете помогать, будете смотреть. Буду очень доволен. Очень доволен, ребят. Спасибо всем. Реальный респект. От души, здоровья, любви. Все. Так, пацаны, вы как думаете, получится все? Я мне пофиг, я могу даже засуициться на Вокере за эту монетку. Я выбил монетку своему. Хорошо. А я даже не умру здесь, я хилюсь, бегу. Мне хорошо. Это хен? Это хен. Просто, пацаны. Хорошо. Не надо. Смотри, реки тут... Я вижу, вижу. Сейчас выцелю что-нибудь. Будешь же, я приеду к тебе. Да, санстрайк. Ой, санстрайк. Ну ты понял. Да, возьми. Возьми. Возьми его на прицел. Я санстрайк. Мне самое главное сейчас СС-шку размаксить. Иди сюда. Стой. Вот так вот. Смертельный астрал. Но мне деньги не нужны, я тебе хилку привез там. Да не, мне... Мне норм тут. Ты проапай левел, короче, ребят, просто проапайте сейчас левела и будем делать красоту. Будем считать, сколько. У меня уже, по сути, все готово. Ну, левел 7-й есть, левел осталось. Есть. Ну и все, и астрал, дядь, чтобы у тебя был. И даггер, наверное, тебе какой-то... МС. Я бы тебе рекомендовал вообще в 522 МС уйти, чтобы ты мог просто кинул и убежал. Понял? Далдал ушел. Далдал ушел, да, чтобы мы могли там... Там по-любому 1500 хп ни у кого не будет. Но я выфармлю к этому времени. Даггер уже дофармлю. Да, да, дофармливайте, ребят. Поэтому сейчас немножко не суетитесь. Сейчас сделаем все по красоте. Ребят, не забывайте на канал залить. Так, тихо, ну быка... Что за... Ребят, не забывайте заходить на канал, чтобы прочекать другие видосы рубрики «А что если?». Надеюсь, зайдете, посмотрите, что-то интересное для себя откроете. Какие-нибудь видосики, например, «От колодца до колодца». Очень крутой видос. Например, еще видос, который называется у нас «Вот сюда вот закинули за колодец». Тоже очень крутой видос. Рекомендую посмотреть. Либо «Tiny Airlines». Тоже очень прикольный видос. Реально, рекламирую свои видосы, как будто не знаю, как будто продаю свои пирожки. Поэтому, кому интересно, ребят, залетите, гляньте. Ну, реально, не пожалеете, потому что видосы очень крутые. Над ними старались, невозможно старались. И это, конечно же, круто. Так, ребят, у меня есть хорошая новость. Санстрайк 1500 хп сейчас снесет под двумя лапами. Без лап падлу. Не, без лап не комбиним. Просто сейчас отпор дадим. Вот зомбика, например, там с руки убить. Это у меня...
Хорошо. Картуй. Кому цурь, это картуй. Так, ну можешь лапы накидывать, Антонио сейчас кого-то поймает. Две лапы есть, санстрайк готовлю. Ну поехали. Давай. Это жестко. Поехали. Готово, давай, да, если что, лапы имеются. Там а, монки, он но он там что-то дерется. Вот здесь... Давай тогда вот этого, давай снайпер. Ну давай. Шесть. А ты выучил, да, прям тайминг? Че ты так? Вот это хорошо. Сикер там еще... Ой, сикер. Самое время поставить паузу и попить чай. Самое время. О, это что, хоста? Это что, Антони? Нет, это не хоста, дядь. Я октарин просто возьму, дядь, и все. Дальше тебе хилочки буду кидать. Ты готов? Подожди, готов? Да. Давай, снайпера. Давай. Жесть, просто шотнуло. Блин, у него там типа 500 хп, бедолага это. Цель замечена. Давай, выстреливай. Один. Есть. Здорово. Бам. 1000 хп просто у чела, чтобы ты понимал. 500 очков. 500 очков, Гриффиндор. Ноу. No. А как же он мансит? We are electric. У меня вот тут КД еще. Давай на рандом. Эх. А, ладно. А, ладно, рак. Ладно, репорт. Снайпер. Вторая лапа есть. Все, можешь закидать. Если что. Ой. Там, по-моему... Снайпер ГГхнул. Пойдем, я насыплю там метеоров, бластов. Сейчас покажу им. А я байбакну. Бубук. Вот поэтому надо тебе в этот, в МС садиться. Опа. Это что такое? А ты под лапками? Да, ты не рассыпешься? Не, не должен. Есть санстрайк? Санстрайк? Да, есть, конечно. Блин. Если что, готово. Блин, вообще что-то не то. Видос классный, а вот эти лаги вообще что-то не классно. Ну и как вы поняли, друзья, продолжения этой игры не было, так как у меня выключили интернет. Ну вот что ж, пришлось рейс сделать, ребят. Бывает, ничего страшного. Ну, пацаны, вы все равно на заряде, да? Надо дописать. Конечно, мы на заряде. Нас заряжает. Заряжает. Короче, мы остаемся сейчас втроем. С меня нужно будет аганим. И вся та же самая стратегия будем делать. Нарезочки вначале, надеюсь, вам все равно понравились. Вроде получается неплохо. Это можно юзать, поэтому пробуйте это с друзьями. Ну и, конечно же, за то, что мы подогнали такую фишечку вам, ребятки, ну не забывайте поддержать лайком. Подписочкой. Ну, будет, конечно же, прекрасно, если поддержите. А я с тобой обдушка на этот раз. Кого, кого, чего? Че, вы вместе хотите? Гулям Dead Inside. Не вижу против героев. Не вижу, не вижу. Не... А че там героев нету? А, вот, начали пикать. Ага. Ну, прикольно будет, если что-нибудь такое плотненькое возьмут. Чтобы можно было прям хорошенько. Сунструйки. А на этой карте рейдж пробивается сунструйк? Конечно. Да. Типа вообще пофиг, в БКБ чел, не в БКБ, в астрал попал, погиб. Все. Смертельный астрал. Это ж старый. Вот бы ОД пикнули сейчас против. Инвокер реально похож на старого бога. Снайпер. Самое время снайпера взять. Танк. Прошлый тоже, кстати, снайпер был. Да. В чем прикол снайпера брать? Не понимаю, вообще ж не герой. Очень странный персонаж. И Ази играли на снайпер. Снайпер! 8. Я видел, как Аза 20-0 на снайпере играли. Возьму, сыграю, да? Я танк. Я танк. Я мид. Я хил. Сларк напишет, я сапирт. Хорошо. Ладно. Так, пацаны, в общем, вся та же самая стратегия. Просто старайтесь как бы, ну, подовнивать, но не так, не настолько жестко, чтобы прям вообще жестко. И, конечно же, будем дальше делать контент. Так, у меня тут противостояние.
Руну нет, руну мне отдают таки, хорошо. Я уже думал, все противостанет. Счет 7-8 ничего не берут, это странно максимально. Снайпер по классике три шрапнели выкинул на руке. Не будет, он все трое просто... И все равно не забрал руну. Погайду. Просто я ему дескрипт кидаю, и все. Он еще чуть не умер, кстати. Фантомку взяли. Ты говоришь? Что ты сказал, что ты кидаешь? Дескрипшн ему кидаю, все. Все, понял, дескрипшн, так и запишем. Дистракшн, дисторшн. Дизрапшн, может. Дискрипшн. Или старый бог. Ты фармишь, я чисто вот на XP и на... Кажется, меня шкалеры начали атаковать в игре. Кажется, какому-то школьнику 30 лет уже. Вообще-то вот, ну, такое себе на самом деле чувствуешь, да? 30 лет, школьник. No brain, no gain. И ты с нами 30... на протяжении 30 минут никуда не... Нет! Меня больше всего беспокоит то, что чел один не пикает там, это значит сейчас ребует, пацаны. А, в натуре не пикает. Ну, он типа сейчас правфа кашет. И типа, мне кажется, может сразу рейд сделать. Может он анализирует? Может его просто сейчас сделать рей и не думать ничего. Вообще разумно. Чтобы время не тратить. О, а, взял Гион, то взял он. Ребята, поставьте лайк за то, что он взял героя. Он смог это сделать. Теперь надо его направить на лайн. Да, прикинь, это так... Это жестко. Вижу Дени и поехал ты та-тан. Пикаю Дени, пикаю Дени, пикаю Дени. Так, где курица? Ясно, мидер. Курица, мидер. Ясно, мидер, рак. Мидер, курица нужна. Он нам может неприятности. Кто? На Тинике, его надо убивать. Тини? Ну Тини не проблема, дядь. Тини в астрал попадает, умирает. Ну вот поэтому надо будет ШД-шку прокачать немножко. Может возьмешь третий скилл на раз, я тебя буду закидывать, будешь отравлять. Я думаю, если взять, то я даже на двойку его возьму. Давай бери, они не знают, как работает по-любому, я уверен. Не знают. Да тут люди столько лет не знают. Ну вот типа да, есть такое. Че у вас там, нормально, да, на лайнах? Да. Нормально. Хорошо. Дескрипшн. Дисторшн. Надо подзрыв тебе дать просто, чтобы ты взорвал. Или это не работает? Нет, это должно работать, да. Это да, работает, почему нет? Увеличишь дэмэдж весь. Титан гель кидай на него, увеличишь. Курица не нужна? Не, нормально. Я-а-а! И зачметь танк убили. Он вот так вот закричал только что. Снайпер. Вроде танк, но фидит. Так, ну в общем, пацаны, я выхожу в мида стандартно, раскачиваю сферы и делаю аганим, чтобы как можно жестче прокачать ССшку. Все будет норм. Все норм, пацаны, не переживайте. Все норм. Как дела, норм? Гоблин видит. Промах на ласт хит. О, кстати, смотри, что делают. Обожаю. О, нет. Господи, как же мне страшно. Видишь мне лапку? Да. Ляпи. Тычку. И взрывать уже можно. Бабанкс, 4. Хильнешься жестко. Видел? Да, хилишься нормально, ты же добиваешь, дядь, под лапой. Там хильнешься жестко. Старый бог. Добиваю под лапой. Я пробегусь на мид. Зачем? Вард поставить. Че, ко мне Тини пришел? Злой. Вот я говорю же. Он очень злой на Тини. Мне чуть-чуть до мидаса надо пару крипиев. Это что? Это свап лайнов, походу. Но Тини сейчас еще разочек умрет, я тебе говорю, он ливнет. Отвечаю это тебе. Это прошлый, да? Да, я тебе 100% говорю. Обычно челы так и делают. Так, куря.
Пидите ему, чтобы он удовлетворился? Да, и не ливнул. Я шмотки купил. Ха, найс стратегия. Ой, бро, вот начало сезона, как видосы писать, непонятно. Подожди, не надо. Оставь его в покое. Ладно. Пусть по... Идите, нагнетайте там немножко, нагнетайте. По чуть-чуть. Охните куру, я себе куплю. Идет набор администрации. Идет. Уже бежит прям. Так, у меня ССшка в 4, если что. За Астралиш он умирает. Просто лопнул. О нем еще 4 проклятия было, там вообще. Там он проклят максимально был. Обречен. Он был просто обречен. Ребята, попробуйте эту стратегию с друзьями. Максимально фановая тема. Под лапами вообще разнос. Ну, вы уже поняли, что это очень опасная тема. Поэтому, парни, я вам рекомендую реально попробовать. Просто будете фаниться по-страшному. Это одна, мне кажется, из лучших комбинаций, которых... Которые, в принципе, мы юзали и юзаем, мы выразимся так. Но это круто. Это круто, ребят. Максимально. Так, Тини СС. А есть еще сонструк, если что? Да, есть. Го сейчас на снайпера. Да, го, если юзаешь, только говори заранее, кидаю. Поехали. Чапау, бедный. Так он же типа рипнется, дядь. Он сейчас, я тебе говорю, альт-кукушка сделает. Я еще, по-моему, успел лапку накинуть. Да, по-моему, под лапой еще было. По-моему, под лапой. Ну не суть, короче, нормально. Там Рики еще. О, no! О, no! Это Стони Гиант, бро, без прокаста. Так, не хрусти. Глыба такая под инвизом пришла. Невидимая. Рики виноват. Рики тупая. А то, что ты берешь героя да, на третьей минуте, это нормально. А Рики тупая. Именно тупая. Собака. А, сутулая. Тупие. Тиммейти тупие. О нет, старый дед. О, no. Там дед вообще закидывает страшно, дядь. Я поэтому с мида сбежал. Нафиг надо. О нет, пивают, накидывают на спину, я выживу. Ох, Ксин с этими, с фистами, самый безобидный Ксин в мире. Сейчас да, хотя он и раньше игрался через один крит, нормально. Ну да. Ксин через патофизм. Через доброту. Через скуфизм. Че там, как твой МХ, брат? Ясно. Инвокер, софтир, варды не ставятся. Че там, как твое МХ, чувак спрашивает? Это типа, знаешь, как пенитратор. Будто... Пенитратор, ага. Как там твое МХ, брат? На ХГ ага, стоит МХ. Пенитратор. Пенитратор. Давно меня так не называли. У тебя ник такой. Я знаю. Сам поставил. Жить как смешно. Ник поставил пенетратор, пора подсмеяться. Когда тебе пишут пенетратор, это еще смешнее. Ой, жесть. Короче, в Краснодаре есть место одно, но я сейчас очень часто там проезжаю, потому что мотаюсь по некоторым моментам. И, короче, там стоит такой хаммер большой, здоровенный. У него на всю бочину написано пенетрон. О, нет. Просто, и там типа какие-то работы, знаешь, проводятся, бурильные там какие-то, скважинительные. Антон Пенетрон, получается. Антон Пенетратор. Снайпер, брат, уходи отсюда, не хочу тебя даже убивать. Так, у меня полагонима есть, если что. Ты Антони Пенетрон. Чё, давай взорвем его, Аркадиус. Кого? Есть товарищ. Закрываешь, вот убиваешь. Сейчас его накину. Все, есть, туда полетело. Ну там проклят. Тебе чисто на хелпу, дядь, не более. Я с этого ничего не имею. Там Рики в спине, спиногрыз. МХ! У меня мана нет. Чувак, варды придумали в 1992. Люди до 1992, да? МХ! Или как там, бег придумали в этом, в каком-то 1800 году. Вот-вот, такое, типа. Наймем, кстати.
Так, ну что, идем уверенно к своей задаче, к выполнению поставленных задач, выразимся так. Сейчас, думаю, может снайпера немного поколотить. Супер раскладку накастовали. Так, у меня есть. Вот это добьем. По-любому надо. Там так, смотрите. За снайпером бегает. На миду возьму свой левел. Ясно, стиллер, я видел все, Да мне Сларку-то зачем? Сларк, что ли, контент даст нам тут? Ну, понятно. Кор, кот. Он без подражения пишет. Кот. И дальше а ты хотя бы знаешь перевод слова кот? Иди сюда, вот тут стакнет, тут три стака уже. Тимоша. Кот Тимоша. Кот Тимоша. Кубанец. Кубанец, рип. Мог бы стандай, я убил би. Вот так напишу ему, и на этом вопрос будет закончен. Че, ты котлету закинешь? Да, закину сейчас. Какую тебе? Мидбольную? Узрите этих тель. Ну я обычно куриную. Куриная порядочная. Все понял. Он реально, прикиньте, в D2 говорит мидбол. То есть ну, мидбол, тефтель, да. Позор. Выразимся так. Осуждаем. Осуждаем, Доту 2. Там хотя бы что-то выходит. Выходит. Зато ничего не входит. Опаньки. Позор. Дота 2, позор. Зор. Позор. Зор или позор. Так, у меня почти аганим есть, ребят. Это хорошо. Эй, какой аганим? На 11? Нормально, у меня уже почти 12 левел. Сикер настакал. Сикер настакал. Стакайо. Стакайо. Так, ну что, у нас тут есть тоже. Фармьюем. Полевайся, апайся пока там на миду. Да, мне один остался. Ну и все. А, он меня сейчас шотнет. Пустак, пустак. Нету. Так, когда вы там будете взрывать уже, гайд? Старый бог. Когда будет сейчас уже почти есть аганим. На 13 уровне фул будет раскачанная экзортная составляющая. Тэшку я забираю. Тэшку заберу и в принципе я готов. Я слежу за тобой. Так, а ну-ка уступи мне лайн. Конечно. Пол левела. Че там, 7-й есть у сикера? Старый бог. Чуть-чуть, мне чуть-чуть вот забить и все будет. Хорошо. Так, есть аганим. Ну все, я готов. Если что. Так, ну что, ребятки, начинаем контент прямо сейчас. Продолжаем. Мощные стратегии, там летающие бладсасеры. Вам МХ надо поставить, ребят. МХ надо поставить. Надо, такими надо. Ресурсами не располагаем. МХ надо поставить. Нас там отпенетрировали внизу. Я вижу. Сюда тени идет, да? Опа! Ах ты, блин, прикинь. 6-й левел сферы. Не дают, не дают добить. Гады. Гады. Все, есть 8 левел экзорт, ребят. Где там вы, сикер? Давай, работай. 10 сек, я рисую сикер. Да, и погнали. Можно душить. Можно начинать, ребятки. Эта катка будет интересная. Пидет в команде. This game will be legendary. Монетка. Так, сикер 7-й, да, уже? Хорошочка. Так, даггер есть, варды есть, да? Ну, поехали. Первая лапа есть, окей, условно. Там вообще снайпер без хп бегает. Могу его шотнуть пока что. Левый Вася. Вали его. Ты что за мной следите? Оп. Есть. Так, нас КДС на страйк. Да, пока КДшечка. 18 секунд. Немного. Немного. Реген нужен? Да, заберу. Маны немного у меня. Сейчас вот тут кто-то по-любому будет в лесочке дядь. Тебя. Вот сюда. Я бы сюда поставил на твоем месте. Накидываю лапы. Сейчас он появится, а то... Так, тут первая лапа есть, если что.
сейчас центры реки появятся. Поехали. Я, если честно, так люто тайминг прогулял тем, что ты говоришь, поехали, а уже астрал закинут. Я, короче, такой поплыл. Нормально, шотнули, хорошо. Все, поехали, да, тебя это должно... Все, поехали, это самая легендарная фраза, дядь, на самом деле, в детстве. Очень страшная фраза. Я прыгну. У меня КДшка, дядь. 3 секунды. Поехали. Все, поехали. Да-да-да-да, есть. Вместе с крипом просто. Прикинь, просто вместе с крипом зашотал. Это смертельный астрал, ребята. Реально, кто в него попадает, все умирают. Чувствуй. Астрал кинули, беги. Куда беги? Альт-куку нажми. Сейчас, дядь, подожди, вот тут вот так. Уэ. Ладно, я буду вопросик кидать в общий чат с каждым таким шотом. Так, есть, если что, дядь. В лесочке любого находишь, мартра там где-то фармит. Поставишь вот тут вард? Опа, есть ВДшка вот. До свидания. Это был самый быстрый до свидания в моей жизни, да? Слышь, надо эпично еще развернуться спиной к типу перед тем, как он выйдет из астрала. Жесть. Блин, реально очень жестко лупит. Сколько у вас КД? КДшка? Меня убили. Вот тебе надо вот что-то вот... Мне надо тренироваться. Тебе нужно больше тренироваться. Ща, мы лапы накидывай, дядь. Может, что-нибудь вот снайпер стоит. Уже лежит, походу. Алло. Блин, разок я точно запаужу. Ты ж понимаешь? Что за жесть? Как же люто хреначит этот санстрайк. Так, ну пацаны, давайте там рофлы-рофлами, токсиком. Вы ж не токсики. Никакой токсичности. Только вопросики вообще сейчас. Кидай лапы. Накинуты сколько? Две, пока две кидаются. Ох. Поделили дамагу нормально. Там прилетает жесть. Прикиньте, там жестко. Убило во время полета. Вот это было бы забавно. Знаешь, что, Антох, хочу сделать? Я буду фарже, если что, отсылать. Тревела сделаешь, будешь на фарже. Будем фаржам, если что, дополнительно искать. На фарже прилетаешь и... Будет жестко. Сейчас вот тут, смотри, будет МХ. Я на топе. Тут есть игра, лапа? Деле. Лапа есть? Есть. Поехали. Сейчас крипы пройдут. Убивай его, брат. ты не туда кидал. Ладно. Нет. Мы там с Тини разбирались. Не, я Тиника лопнул, дядь. А я там уже морту подготовил, замариновал. Замариновал. Хорошо. У меня вот тут вот так. Марина. Кого? 17 левел, дядь. Ой-ой-ой-ой, прям перед ней. Вот, смотрите. Чего ты хочешь, фаржей? Подожди, дядь, вот КД. Да, видим, но КД. Зачем тебе фаржи? Отдыхай. Лапки по КД. Хорошо. Но не двух, одного. Не дам. Нет, не дам тебе. Опа, Рошан берми. Есть анстрайк? Да, все есть. Андрей с Анстрой. Андрей, давай, сейчас будем. Если что, ехать. Готов. ВД да, там. ВД просто застраль. О, ну, ладно, нормально. Да, пец, но все равно забрали. Тут четверо было. Четверо, вот я сейчас могу, знаешь что, сделать Октарин. Я Октарин сделаю, дядь, и тебе этот буду. Скидывать. Золото, короче. Ну, пожертвование делать. Нужно золото. Нужно золото! Санат. Так, окей. Сунстрайки есть. За деньги, да. Один. За деньги, да. Жесть там Сунстрайк хреначит. 900 хп у нее было, у нее осталось 100 хп. Скоро она тоже отлетит. Ну да, у нее там видно ее. А рыбом. Под сикером. Под сикером видно, конечно. Сур струнки, дядь, давать. Бэйю. Хорошо. Хорошо. Душим пацанов. Так, ну если что, у меня тут вот так вот. 7 сек, окей. Смотрите, Рики сейчас будет заастрален. Когда пока. Только вылазит, сразу можешь астралить его, дядь. И, ну ты уже спалился там. Сейчас я фармлю, дядь, я тебе все золото отдавать. Опа, Тини.
застралил, даю. Бах! Фул хп это просто нереально. У чела. Просто фул хп улетает. Так, Антоха. Чел, сколько таких надо сделать? 50? 50, да хоть 150, дядь. По максимуму. Контент главное выжать по максимуму. Я сейчас Антохе буду запуливать флацки, буду фармить. Че можно, можно тебе Октарин захилить, чтобы ты три лапы условно попытался накинуть по КД? Ну если не хватать будет. У меня как будто все хватает. Ну хватает, 1500, 1600 с лишним хп это сносит комбинация. А с тремя? С тремя? Я не тестил с тремя, я тестил две. Там за 3 секунды надо. Ну, а если еще и морфа сюда добавить, и представь, 2000 хп у чела будет, его ж лопнет нафиг. Морфа сюда добавить, сделать. Я это рассказал. Не, ну типа почему нет? Я рассчитываю, что можно и вторую часть записать этого контента, но нужно больше людей. Понимаешь, нас-то трое здесь сейчас. Вот и подумай. Так, у меня 4-й левел, да? Меньше 2 секунд. О, пини. Эй, инвокер, Миха. Миха. Просто лопнуло. Его там, по-моему, просто санстрайка убило, я не знаю. Миха. Опа. Миха, ты тут? О. Чё ты хочешь, дурочка? А, я есть понял. Да буду драться. У меня нету. Нормально, нормально, ничего страшного. У меня Аегис и всё есть. Я уйду. У меня райта нету, типа, я без райта играю. Она чё она делает? Лопнула. Есть санстрайк? Конечно, дядь. Тут снайпер где-то. Давай. Андрей. Андрей, санстрайк. Бим. Найс тайминг. Ясно. Это на вставочку. Это на вставочку, ну. Я хочу прям микро тайминг. Вот так в первой доте БМ это так. We're gonna let you down. Рекролл. Есть жи? Да, да, есть, дядь. У меня КДшца сейчас очень мало, если что. А, я вижу. Тинника, можно тинника закрывать. До свидания. Я спиной поворачиваюсь. А боба. Видали, как эпично? Спиной повернул. Бро, это просто нереально круто. Это просто жестко. Я не знаю, это просто Эридар ходит, кошмарит всю карту на самом деле. Да-да, это все я. Это просто вот астрал, блядь, 3 секунды. 3 секунды. Давайте, сейчас со спиной еще повернусь к нему. И спиной поворачиваюсь. F9. Просто, я не знаю, это реально очень крутая комба. И окно Warcraft закрывается, где? The game has been crashed. Тимплей, вичка у вас, братья. Да отвали от меня, крип, че он бегает за мной? А, тут еще рики. Есть анстрайк? Да, если надо, дадим. С крипом давай. Я ну, так и знал. Тайминг, тайминг был, меня. Дядь. Ты прикинь, как этот крип меня заруинил. Нет, да. мое, ты его не убил. С этого, что ли? Антоха, я тебе 6000 золота накидываю на карту. Отлично, я байбек. А, у меня на байбек не хватает. Не надо байбек. Просто я тебе фарм даю и все. Байбек есть на первой секунде, Ресо? Или лох. Или не Или зассал. Блин, это аргумент. Аргумент. И дай, если ты пацан на базе ультанина. О, и да. Приходилось ультовать на ЕСе в детстве. Приходилось. А, ребята, как тут отказать? Это вообще не вариант. Пацаны. Это типа по-пацански. Пацаны не поймут. Не, пацаны не поймут. Так, мне бы еще какой-то, знаете, сделать что? Ладно, нормально, сейчас разберем. Фортстаб хотя бы какой-то, чтобы можно было в инвиз вовремя шмыгануть. Так, что ты говоришь? Ты не купил еще? А, так, купил. Даю, даю, дядь, даю, я просто добиваю. На, покупай что-нибудь такое, чтобы там Юл, Дагер, МС и, короче, 522, чтобы у тебя было, дядь. Тревел, Юл, Яша, там, можешь Сью сделать. А я, наверное, все-таки сейчас приторможу, фортстаб куплю. Мне нужен будет фортстаб. Надо тебе, чтобы ты, Антох, просто есть, жил. Есть. Закинул астрал, побежал, все там вообще. Смотри, смотри, внизу цель. Да-да-да, гол. Закидывает по КД у меня лапы. Блин, как же это жестко. А что это такое? Почему они тут все?
Блин, не успел я сбить дядь, да? А, не успел. Сейчас, блин, ну... куда я не выйду, они толпой сидят. Ну, фарману, дядь, сейчас фарману. Надоел. Надоело. Аль-пю-пу, надоело. Я такой, мы же видос пишем. Ай, жесть. Хорошо, так, 1400 золотых, дядь. Есть. С этим, с Мидасом офигенно, Актарин, быстро кидаешь. Арбо. Дашь мне лапу? Лапа есть? Она висит пока, да. Смотрите, на топе есть. Видите? Я снайпера шотнул, дядь, у него 900 хп как раз. Подожди, подожди. Курим, курим, дядь, вот так, 10 секунд. 10 секунд. У меня еще форсик есть. Да, что хорошо. Есть. Просто Рики, если нападет на меня, я вообще безобиден под лапами. Okay. Санстрак есть. Если что. Ну, я Рики, 1200 хп, Рикимару. Внимание, внимание. 1200 хп. Блин, тебе бы с Сентрикентом. Да, блин, Рики мне кошмарит, конечно. Что, рассказать анекдот про Вики? Не надо, пожалуйста. Знаешь, да? Не надо, пожалуйста. Это достаточно. Этот анекдот. Вот тут. Мне потом расскажи после стрима. Да, я обязательно после стрима расскажу. Не уходи так. Они за мной бегают. Они видели, что я тут спалился, и теперь вместе. Они тебя крысят, дядь. Я это чувствую. А, Рики внизу. Бедный Сларк фармил, в итоге ничего не нафармил. Бро, не обижайся, ну так надо, на контент, так на контент. А он может внизу спалиться. Так, ага. Хорошо, вижу, если что. Лапы есть там, одна, две? Есть, все, два. Блин, ну Санстрайк с крипами, дядь, такой себе. Без шансов там. Ну блин, да. Не старый бог. О. Забайтил из смока выйти. Уже санстрак есть, если что. Мне вообще гем нужен. Я хочу гем купить. Я тебе могу гем купить, это раз. Что ты сказал? А, это раз. Это раз, гем купить. И второй, я тебе еще золотишко сейчас накину. Давай я фаржей подниму. Казалось. Поставлю как чекпоинты в местах. Смотрите. Да, 1400 хп Рикимару, кстати. Лапы две накидывай. Пока не вижу. Сейчас я фаржа это послал, может он фаржа будет атаковать. На топе сентрики, смотри, есть на топе Сларк, поймали. Я бегу. Он снайпер, если что. Ну давай на топ, Антох. На топ. Любого астрал. Вообще шот просто. Кстати, под Юл можешь также, можно так. Да, под Юл вообще легко. Но тут смысл астрал. А. Может рефрешер на инвокере. Одному Юл, другому дезрипшн. Вот эту вот штуку я не помню. Слышь, рефрешер реально купить одному. Два санстрайка, дядь. Два санстрайка. Офигеть. Вот это я что тут? Нет. Я тебе вам что тут? Профессионал что ли? Ну если хотите, можно попробовать. Мне все равно. А ногинг пизделил. Нагинг хотел сказать. Нанинг. Папинг. Смотрите, знаете, к чему это было на таджикском? Нанинг — это мама. Осуждаю. Максимально. Вот, так маму что, не так трогай. Что, так мама. Что тише. Мама при чем тут? Маму не трожь. Осуждаю. Так, пацаны, я готов. Сурструнки 3 секунды, 2 секунды. 1 секунда. Ну, ультани в него я вот так сделаю. Валапи на тебя. Ох. По-моему, с крипом, не? Это красивее было. Как же они лопаются, жесть. Да, и при том, что Рикимару там, короче, имеет 1400 хп, надо его выцепить под Сурструнком. Сурструнг, да, Тимой, нормально попробовать? Сурструнг. 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 Сурструминг. Готов, дядь, если что. Да, есть, да. Нет, надо уходить. Пацан прячется. Пацан прячется. Пацан прячется. Подсентрячись. Опа, Рики, астрал даешь ему, он улетает. До свидания. Бах. 1400 хп. Как? Ты прикинь? Две лапы было. Наверное, лапа закончилась. Просто там же есть вот этот вот такой вот. Ну, возможно, было. Возможно. Не знаю. Не знаю, дядь. У него 1500 хп сносит. Странно. Спокойно. Ну ничего, сейчас попробуем, у нас то времени-то тут неограниченное количество. О боже мой.
Главное, чтобы интернет не вырубили. Я лечу на низ. Нормально, я даже жив, цел, орел. Трал даю кому-нибудь. ВД. Я вот так сделаю тут. А боба. Там еще Марита под ультой. Ой, как хорошо, а. Пам. Бим-бим-бам-бам. Ладно. Бимба. Почти как ногин. Снимаю шляпу. Не надо снимать шляпу. Оголять не надо шляпу твою. Пожалуйста. Пожалуйста. В конце такой. Пожалуйста. Хорошо. О. Вел, чё мне? Так. Окей. Блин, ну сколько мы фрагов настралили? 23 фрага, по идее. Ну, 20 фрагов точно настралили. Это ну, очень а вот встань, как я стою. Вот ровно так, как я стою. Встань. Как я стоял. Эй, встань, как стоял. Иди ко мне, кидай лапы. Кибурген. Не развернулся, ладно. Он знает. Встань ко мне, да, типа, чтоб это, пацану тебя хотел, что ли? А ты тэпнулся от меня. Сам виноват. Одна лапа есть, да? Дискрипшн кинуть. Дискрипшн. Дисторшн. Одна лапа, две лапы вот, есть. Есть. Да, а давай, там... две лапы вот. Есть. Ой, там еще и Рики, прикинь. Почему он стоит именно тут? Что за кринж, почему реально? Реально, какого хрена? Что это? Реально, почему они стоят в одном месте вдвоем? Этот Рики видит будущее. Что за бред? Так, один есть, если что, лапа есть. Другой читает мысли. Вон ВД, 800 хп, ну там изи. Если что. Я готов, дядь. Можем там с настройкой. Вот. Тапочкой его, тапочкой. Хлоп. Пам. Ага. А чё он выжил? А, Рик, я подожди. Лапы, лапы, если чё, по КД накидываются. Два штуки. Я подсейвлю, если что, дядь. Скотина на Рике все время ждет меня. Жесть. Лапы по КД. Инвок сразу же понятно. МХ. Вот тут был вард, гайс, я не успел дать варда, чё-то придумал. Да-да-да. Меха, меха софт. Убьют они Сларка там этого? Отпишусь, а ты подписан был. Он подпишется, отпишется. О, нет. А, он админом отпишется. Всё, вообще ГГ, пацаны. Варианта нету. Бан. Бан. Так, лапы есть, да, если что? Банлист, бан. Сэндун закура кагиёш. Чё там? Два лапки. Два лапки есть. Так, он снял, да? Там окошко просто, так, когда хорошо. Нет, два лапки. Вот забыл сейчас его. Одна лапки. Вот сейчас два лапки. Угу. Давай я тебе октарин соберём. Гай. Давай. Дал, два лапки. Бах, ва, бро. Давай тебе октарин сделаем для КДшки, дядь. На секе. Надо. Надо. Я тебе 2000. Золото даю тебе. Дай денег. Даю. Сейчас. У меня 10 тысяч уже. Все, я дай тебе куру направляю, иди в магаз, дядь. Бегит. Антон, если здесь? Что, да, лапки накидывает мне, чувак. Прыгаешь, астралиш умирает. Хорошо, монеточку. Отлично. Две лапы есть. Денежка, вот она, дядь, под ногами. Хорошо. Куда эти деньги? Сюда лут. Сам заработал. Так, 100 золота не хватает, да? Жесть. Ну кинь стики. Ладно, сейчас он там стики. Опа. Вы готовы? И такая прыгает под прокаст. Вы готовы? Да, я нажимаю, блин, и у меня просто герой стоит. Я не знаю, почему он не должен. Накидывай лапы, давай, короче. Давай попробуем. Хлопнуть. Что за сколько три там? Сейчас. Три. Ну, вот надо. Сейчас три. Сейчас можешь кто-нибудь кидать. Остановится? Он снайпер так умрет, 870 хп. Оу! Бедолага. 870 хп снайпер там умирает. 1200 хп ВД. Мидас, блин, надо успевать кидать. Не ходи под этими сферами, ты слишком быстрый. И в экзорте шел, дядь. Хотя, может, машинальный перекликнул, потому что могу. Да ты этот. Задрот на инвокере, ты Андрей. Ты перекликиваешь постоянно, я вижу, у тебя синенькие сферы. Да, все, все, и сейчас я сам перекликнул. Андрей, санстрайк, куда побежал? Я хочу вот сюда зайти. Я типа такой назад, а потом типа такой вперед.
А потом сейчас нас типа... Да не, обокрадут. Я вообще хотел Антону его дать. Можно как бы? Нам-то зачем? Но у него гем... О-о-о, видел? А, впереди это... Впереди сек. Тревел, есть у тебя, нет, Антох? Да. Ну, у меня первый. Тревел. Ну, я сейчас фаржей подниму, портанешься. Сейчас, секунду. Ты как раз реснешься. Портуйся. Надо, чтоб ты добил и отхилился. Хорошо. Ухп. Так, ну, если что, струнки готовы, дядь. Готовы. Ну, поехали. Давай Мартра. Мартру, да. Ух ты, еще и Рики. Я засейвлю, дядь. Кини еще идет. Ставлю в центре. Хорошо. Ага. Это Сларк поставил. Тунс руки готов? Четыре. Да, прилапки. Три, два. Есть. Сейчас я увижу снипера. Есть, если что. Опа. Вот. Ой-ой-ой. Давай. Жучу его. Три лапки на тебя. Фу. Бедолага. Блин, это жестко, Рили. Просто нереально крутая тема. Где мои 29 ассистов? Сколько ассистов? Где мой 2007? А, прикинь, ассист же не дают, да. Это еще когда Феникса делали, не было. Тогда тоже. Жесть. Все, отписка, дизлайк. Обидно, конечно, когда ассистов нету. На. Так, ну если что, одна лапа, подожди, одна. Блин, накинул, да? Ладно. Две. 1200. Три лапы, окей. Ладно, КД. Ждем. Если что. ВД, 1500 хп, го ВД? Санстрайк, он там этот БМ нажал. О, нифига меня, я чуть не сдох. А в ВД вообще пофиг было, ты видел? А что с лицом? У меня 2000 хп улетело только что. 2000 очков. ВД не умер, 1400 хп, 1500 хп ВД не умер, а я чуть не сдох. Жаль. Знаешь почему? Потому что дистанция 2000 мы превышаем, на меня наносится фулл урон через БМ, а на него, короче, не наносится, вот почему, да, оно так считывается. Ты готов? Да, готов. Всегда готов. Пил любого. Три. Хорошо, ну мы ждем. По КД просто кидай. Если что. Рики. Мне надо пиром узнать. Рики. Вот, ну я не буду делать, через астрал хочу. А Его? Так, ладно. Я сейчас приду, если что, надеюсь, помогу. А у меня нету ж даггера, ё-моё. Ты не долетел немного до хига. Да, я увидел. А, ладно, там уже... Я заставился. Все нормально, я туда отхожу. Уходим. Да. Боже, помоги мне. Это жестко. Ну если что, я готов. Блин, ВД, я чуть от ВД не умираю. Прям жесть. ВД-40. ВД-40. Реально чуть от ВД не дохну. Под БМом. В принципе... Опа, Тимик. Да, если что, даешь. Три на тебе там. А что так мало? Мало, с Рики поделили они там. Рикимару поделил. Я могу два санстрайка туда кидать, могу рефреш сделать. Давай я тебе денег скину на рефреш. У меня есть 10 тысяч. Возьми, давай катаклизм устроим. Сейчас, подожди, я куплю рефрешку. Если что, будем в таких ситуациях два санстрайка откидывать. Чисто пиу-пиу, бищ-бищ. Бищ-бищ. Типа, прикинь, это настолько жестко будет сейчас. Так, Антонио, я, если что, жду рефреш и... ВБЛ, бегу. ВБЛ. Кто там? Рики. Рики, сколько хп? 1500 тини, Рики 1600. Через два санстрайка Рики можно убивать. Вы готовы? Да, если что, готовы. Там Мартра 1200, снайпер 1300. Ну, короче, через один. Вот, Мартру через один. Хорош. Блин, сюда можно было Рикимару еще. Но там без второй, без второй вообще никак. Я иду, дядь, помогу. Хорошо. Че, шляпнем их? Я не вижу. Я вот так сделаю просто. Я Шмики не вижу. Подойдешь ниже? Вон, Шмики убегает. Ну он там этот, ВД. ВД через 20 санстрайка.
Так, кидаешь мне лапы под... А, ВД уже умер, да? Блин. М9? Давайте бегать вокруг него. А чё, чё, убивать его, что ли? Он бедный. Бедолага. Так, ну у меня есть... Блин, трон падает, прикинь, дефнут они. Два санстрайка хочу засадить. О, нет. Надо донать, надо крипов под трон форшнуть. Быстрее, быстрее. Вы готовы? Да, мы готовы, дядь. Да, не успел, прикинь. Блин. Это крутая стратегия. И, в принципе, у нас тут получилось. Реально получилось. Очень прикольно выходит то, что это реально рабочая тема. Но немножко не понял, почему там у ВД было сколько? 1600 хп, и почему-то его не добило. Ну, может быть, просто лапа слетела, или еще что-то. Либо там еще там какие-то моменты. Либо солнце не там висело, где надо. Но в целом получилось прикольно. Вам понравилась, ребят, игра в целом? Да, вообще нормальная тема. Нормальная тема. Ну, ребят, в общем, я, наверное, оставлю это одну игру в начале, вот эти нарезки. Ну и, конечно же, если вам понравилась эта игра, напишите свое мнение. Может быть, вторая часть нужна будет. Может, сделаем вторую часть. Почему нет? Видос прикольный, фановый. И я думаю, если вам реально зашло, то попросите вторую часть. Напишите Go Hen вторую часть. Почему нет? Почему нет? Ну и на этом все, друзья. С вами был Ксаназос и до скорого. Всем счастливо. Всем пока. А боба. Так, good game. Ну, пойдет. В принципе, прикольно получилось.